Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Никогда не думал, что это проблема, если меня учили думать о других больше, чем о себе самом. Когда во втором классе я купила конфету, меня стали просить поделиться, я надала всем и себе ничего не оставила. Так во многих вещах. Только недавно я стала думать, что хочу сама. Что мне комфортно, других тоже должно волновать, что я хочу. Стала отделять людей, не искать совсем компромисс. Если те люди не думали обо мне, то почему я думала о них и всегда помогала? Я этого не понимаю. Я всегда вовлекаюсь в чужие проблемы, пытаюсь их решить. Каждый человек считает, что я ему что-то должна. Заботиться о нем в первую очередь, чем о себе. Многие просто пользуются этим, включая бывшего парня, который постоянно давил на жалость и выпрашивал деньги. Этот человек без благодарности к этому относился просто, что должна и т.д. И так многие зачем внушают ребенку, что большой кусок отдай другим, а крошку оставь себе. С этой идеологией тяжело в мире жить. Ну, тут что называется, не поспоришь. Вот, только за некоторым, наверное, уточнением, какой ваш вопрос? То есть, ну да, хорошо, это тяжело, да, в этом есть и, ну, есть и, ну, присутствует, скажем так, ну, некий деструктив, вот. Это правда. Вот. Но в чем ваш вопрос? Какой он ваш вопрос? То есть, что вы хотели спросить и какую проблему вы хотели бы решить? Вот. А, да. Идея, на мой, по крайней мере, взгляд, здрава. В каком-то смысле. А, идея здравая, потому что помогать людям действительно неплохо. Помогать людям действительно возможно. Но не в ущерб себе. Проблематикой, на мой взгляд, в том, что вы описываете, является именно жертвенность. То есть то, что вы отдаете последнее другим. Для чего? Ну, вот для того, как раз, чтобы вам люди что-то дали. То есть, ну, чтобы вы от этих людей, что-то получили для себя, понимаете? Вот. Ну, соответственно, что? Получается, что вы, к сожалению, получаете что-то далеко не всегда, вот, то есть нет никакой гарантии, что
вы что-то получите. Но вот, наоборот, если есть больше какая-то вероятность, и, к сожалению, вероятность довольно высокая, что вы не получите ничего, или что вы получите, да, но получится что-то вот такое весьма, ну, не то, что вы ожидаете. Вот и, соответственно, накапливается негатив, исходя из этого. То есть это, конечно, в первую очередь проблема, пожалуй, что личных границ, вот, проблема самооценки, проблема, значит, потребностей, ну, ваших потребностей, я имею в виду, конечно, ну, вот, и так далее. Вот. То есть идея-то неплохая, но реализация хромает. Причем хромает очень сильно. Вот. Потому что предполагает именно жертвенность, вот, человека. Ну, то есть вот предполагает, что вы, предполагается, что вы должны собой жертвовать. Вот. А это приводит к накоплению недовольства, к накоплению раздражения какого-то, вот. Понимаете? Поэтому вот такая история. То есть, что вы хотите с этим делать? Хотите ли вы менять что-то? Хотите ли вы как-то по-другому действовать? Вот в чем, на мой взгляд, очень важный вопрос, на который вам нужно обратить, наверное, свое внимание. Вот. В первую очередь, как мне видится, конечно. Вот, потому что, ну, в этом смысле ругать можно сколько угодно тех, кто вас воспитывал, да, можно ругать вообще сколько угодно, и, ну, ни к чему не приди, в принципе, вообще. Вот. А можно, на мой взгляд, можно брать, значит, ситуацию в свои руки и самостоятельно решать, как будет дальше. На что можно было бы обратить ваше внимание здесь? Вы, допустим, говорите, что я начала задумываться, да? Начала задумываться о том, что я хочу, как хочу, там, и так далее. А что произошло, что вы вот, ну, начали об этом думать? То есть, что случилось? То есть, ну, вы стали как-то ощущать, вы стали замечать, что вам что-то не нравится, вы стали замечать, что вам, там, не знаю, тяжело, вот, или что произошло? Что сподвигло вас на то, чтобы об этом думать, особенно если вы, вот, ну,
привыкли жить по такой схеме, да? То есть, ну, очевидно, что что-то в вашей жизни произошло. Вот хотелось бы увидеть, хотелось бы понять, что в вашей жизни изменилось, что сподвигло вас вот на такие мысли. Еще один важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что, ну, по крайней мере, я чувствую некую злость в вашем тексте, да, я чувствую злость определенно. То есть есть ощущение, такое есть ощущение, что вы злитесь. Вот. Злость, это, конечно, не очень приятно, вот. Но злость — это хорошо. Это говорит о том, что вот ваши собственные ваша собственная витальность дает о себе знать. Вот. Любовь к себе вы начинаете чувствовать. А вот, значит, смотрите, вы, когда вот делали все для других, да, значит, какую цель вы преследовали? Что вы хотели? Для чего? Ради одобрения вы это делали, ради, ну, не знаю, признания вы это делали. Вот. Для чего? Было бы очень хорошо, если бы вы сами себе могли ответить на этот вопрос. Вот. Как мне видится и как мне кажется. Вот. Было бы очень здорово, если бы вы смогли ответить себе на этот вопрос. Зачем вам это? Для чего вам это? Вот. И так далее. То есть, а вот тут нет, на самом деле, чего-то постыдного, да? Тут нет чего-то негативного. Вот, вы развиваетесь, вы получаете опыт. Не всегда, конечно, этот опыт позитивный, не всегда этот опыт хороший, но тем не менее. Вот. Злиться на тех, кто вас так воспитал, можно. Злитесь, вы имеете право злиться на этих людей. Ну, вот. Но просто нужно, наверное, держать в сознании, да, нужно держать такой аспект, что обвинение вот, ну, именно обвинение вам
не особо чего даст. А вот. К сожалению. Поэтому да, вы можете влиться. Вот, вы можете обвинять. Ну. Вам это не особо чего даст. Вот. Кроме еще большего негатива. Ну, это в долгосрочной перспективе, конечно. А сейчас, я думаю, что вам нужно отделить ваше собственное от внушенного желание помочь людям, делать для них что-то. Потому что мне кажется, что вы добрый человек. Мне так кажется. Вот, иначе бы никто не мог никаким образом заставить вас делать что-либо, что, ну, что вы не хотите. Вот. Поэтому я думаю, что так. Я думаю, что есть некоторое такое рациональное и здравое зерно в том, что вы что-то делали для других, просто вы перебарщивали с этим. Вот, и, наверное, задача психолога, да, например, будет заключаться в том, чтобы помочь вам не перебарщивать. Вот. То есть, ну, помочь вам сделать так, чтобы это было комфортно для вас, удобно для вас, приятно. Вот. Но чтобы вы никогда, ни при каких условиях, да, про себя не забывали. Ну, потому что, ну, вы уже забывали про себя. Вот, вы знаете, каково это. Я думаю, что больше вы этого не хотите. Вот. Как-то так. Значит, с чего бы я начал? Со злости я бы начал. Со злости, с выражением злости, с разрешением себе. Ну, с разрешения себе на злость я бы начал. Вот. И дальше бы уже смотрел, в каком направлении вас это выведет. Вот. То есть, ну, куда вас это может привести? Я не думаю, что это может привести вас куда-то в плохую историю, потому что, на мой взгляд, все, что вы можете получить, это более полное такое чувствование себя. Вот. Ну, конечно, вот определенный страх у вас, он будет. Вот страх, что вы плохая, вот, страх, что вот, что-то с вами не так, вот страх, что что вы делаете что-то дурное, обязательно вот такие какие-то будут, ну, будут, возможно, привычные мысли.
Вот это ничего страшного. А психолог может помочь вам с этим разобраться. Вот. Главное как-то вот помнить, да, видеть, что вы не одна, что вы с этим, ну, что вы с этим не одна, что вы не обязаны, что вы не должны быть с этим один на один. Вот. Конечно, учиться вот себя, ну, учиться себя любить, да? Учиться, именно учиться себя любить. Ну, это не всегда легко, конечно. Вот, но вообще процесс этот довольно интересный. Этот процесс довольно интересный. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам выбрать себе, значит, психолога для работы. Вот, и начать, собственно, психотерапию. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, да. Позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.